наш центр. Вот елочка еще стоит, украшенная снежком. Это у нас такая вот аллейка с елочками красивыми. На них даже шишки есть красивые такие. Такие вот прогулка по нашей аллее. Это быстрее, это долго снимать. Есть совсем огромные елки, он высоченный. Красиво сейчас зима. Это наш центр. Поселок за последнее время у нас облагородился, стал красивый. Очень чистый и уютный. Здесь розы цветут летом. Вот они остались. Их слегка укрыли, потом обрежут. Летом тут тоже красиво все будет. А сейчас мы идем по направлению нашей самой главной достопримечательности. Это наш храм. Свято-Троицкий храм, построенный в конце 1800-х годов. Очень красивый храм. Во время Великой Отечественной войны, во время коммунизма, там были склады, но его не разрушили. Вот он сохранился. Походи, это еще снимай. Сейчас его отреставрировали, он стал красивый, вот такой вот. Очень красивая большая церковь у нас. Его видно даже с холмов, с нашей улицы. А за церковью находится Аллея Славы. Это память павших героев во время Великой Отечественной войны. Здесь проводятся митинги во время Дня Победы. Вот такая вот арка. Вечная слава защитникам Отечества. Вот так у нас облагороженный. И вон там у нас памятник неизвестному солдату. Его он убирает, спаживается они. Это все выключается. Вот. Голуби вон живут. Колокольни. Очень-очень много голубей сюда летает.